Меня зовут Руслан Фомин, я руководитель и сооснователь проекта boxbox.kz. boxbox.kz – это сервис по аренде пластиковых ящиков на время переезда. Мы сами с Усть-Каменогорска переезжали, эти картонные коробки, пакеты, клетчатые сумки – это все так неудобно. Подсмотрели в Канаде такой подобный сервис, владелец которого стал миллионером, и там вся Канада переезжала вот с такими ящиками. Я когда увидел, сказал: «О боже, как это круто!» У них толстые, надежные стенки. Можно перевозить фотоаппараты, ноутбуки, хрупкую технику. Можно спокойно закрыть. Емкость ящиков 52 литра. Выдерживает вес до 35 килограмм. Ну, минимальный тариф – это 6 ящиков на 5 дней. То есть это тариф 3000 тенге. Ну, дешевле нам просто невыгодно. Есть максимальный тариф, например, 25 ящиков на 21 день. Он стоит 14 тысяч тенге. Порядка 2 миллионов тенге. То есть это инвестиции в ящики, инвестиции в разработку сайта, в написание контента. У нас было 100 ящиков. Мы сказали, что мы будем докупать тогда, когда потеряем первого клиента. То есть не сможем его заказ обработать. Такая ситуация случилась этим летом. И как бы, ну, мы, конечно же, обрадовались. Тут же заказали еще ящики. И вот сейчас у нас 400 ящиков в обороте находится. Бывает так, что ты... Идея пришла, там энтузиазм, все, думаешь, вот сейчас сделаю. Начинаются первые сложности, и все падает, думаешь, блин, да, наверное, не получится. Самое главное – действие, я так считаю.